Здравствуйте, дорогие мамочки. Каждая из нас сталкивалась с такой проблемой, как дать лекарство ребенку, даже новорожденному малышу. Мы вам представляем вот такой вот шприц. Идет с чехлом, у чехла мерное отделение, то есть можно отмерить лекарство, необходимое вам. Чехол, сам шприц идет с силиконовой насадкой. Насадка мягкая, изготовлена из медицинского силикона, безопасна для малыша. Снимаем насадку, набираем необходимое количество лекарства. Заново одеваем насадку. Предварительно вы на этой насадке должны будете сделать отверстие, необходимое для малыша. То есть самое маленькое, больше, как вам удобно будет. И потом плавно в ротик вводим малышу лекарство. Процесс максимально упрощен для мамы, удобен для малыша, не будет вызывать криков, паники у ребенка, дискомфорта. Все спешите к нам в магазин «Крошка».